Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Минстрой может выступить с инициативой о запрете продажи жилья в новостройках без отделки. Об этом накануне сообщил глава ведомства Михаил Мень. Он полагает, что этот запрет задаст правильное направление для развития рынка жилищного строительства. По словам министра строительства и ЖКХ России, часто бывает, что после сдачи дома людям еще в течение нескольких лет приходится терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах. А это не совсем правильно. Мень также пояснил, что пока проект существует лишь в виде инициативы, которую нужно обсуждать с экспертным сообществом, девелоперами и архитекторами. Напомню, ранее Минстрой уже анонсировал подготовку законопроекта. В частности, в августе прошлого года сообщалось, что ведомство готовится к разработке критериев, согласно которым минимальная отделка станет обязательным атрибутом нового жилья. Дайджест недвижимости. Ставки по ипотечным кредитам находятся на исторических минимумах. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования, за январь 2017 года россияне оформили ипотечных кредитов на 71 миллиард рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным 15 крупнейших банков, средневзвешенная ставка на первичном рынке жилья в марте составила 11,5%, что на 0,24% пункта ниже февральского показателя. Уровень ипотечных ставок на первичном рынке жилья опустился ниже, чем во время действия госпрограммы, и находится на исторических минимумах, уверены эксперты. При этом не исключено, что к концу 2017 года ставки по ипотечным кредитам снизятся еще значительнее. Дайджест недвижимости. В Кирове пройдет день открытых дверей по вопросам аренды и продажи помещений. Свободное муниципальное имущество презентуют потенциальным покупателям и арендаторам в следующую пятницу, 31 марта. Как сообщает Департамент муниципальной собственности, мероприятие начнется в 3 часа дня по адресу Киров, улица Воровского, 39. Это мэрия города. Кабинет 299. Участникам представят обновленные перечни свободных нежилых муниципальных помещений с фотографиями и разъяснят порядок и особенности передачи нежилых муниципальных помещений по договорам аренды и купли-продажи. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.